Умер худрук театра, сатиры и народный артист России Александр Ширвин. Буквально в эти минуты стало известно о смерти президента театра сатиры, актера Александра Ширвинта. По сообщению источника, 89-летнего Александра Анатольевича не стало в больнице. При этом причина трагедии не сообщается. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра сатиры Сергей Газаров. «Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», – сказал собеседник агентства. «Как и что будем делать, я пока не знаю». Летом 2022 года врачи диагностировали у Александра Ширвинта стенокардию. Сам артист называл себя красивым стариком, боящимся стать беспомощным, и ставил себе диагноз «старость средней тяжести». Последний раз Александр Ширвинт появился на публике в сентябре прошлого года на пресс-конференции, посвященной столетнему юбилею Московского академического театра сатиры. Артист еле передвигался на мероприятии, однако его помощница опровергла слухи о наличии проблем со здоровьем. «Хорошо себя чувствует», — сказала тогда представитель Ширвинта. 19 июля режиссер отметил свое 89-летие. Александр Ширвинт признавался, что планировал стать долгожителем. 117 лет. Это у меня запланировано, и ни шагу ни туда, ни сюда. 118 мне много, 116 маловато. Так что пусть все запишут, и ты имей в виду, рассчитывай деньги, сказал Ширвинт.